Жителям района разослано около 7 тысяч извещений на уплату сбора. Наконец, прошлой неделе оплатили налог всего около 500 человек. Еще примерно 1200 смогли доказать, что сбор платить не должны. Позже оплатить его могут те, кто получил извещение после 20 февраля, а также те, кто обращался в местные исполнительные органы в связи с тяжелой жизненной ситуацией или чье дело рассматривают в индивидуальном порядке. За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф, кстати, не освобождает от уплаты налога. Как пояснили в налоговой инспекции, работа по выявлению тунеядцев не прекратится и после 20 февраля. В случае, если гражданин получит извещение на уплату сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год после этой даты, срок уплаты для него смещается на 30 календарных дней. Напоминаем, что на сайте Мозырского райисполкома есть график приема по проблемным вопросам реализации декрета о предупреждении социального иждивенчества. На протяжении недели с 16 до 18 часов руководящий состав исполкома будет вникать в проблемы граждан. Время изменится только в среду, 22 февраля. В этот день председатель исполкома Елена Федоровна Павличко начнет встречу с мазырянами в 8 утра. Продлится она до часа дня. Дата и время приема, номер кабинета на ваших экранах. Информация размещена на официальном сайте райисполкома.